Бъдете благословени. Сегодня тема моей проповеди. Днес темата на моята проповед носит название «Свершилось». Се казва «Свърши се». И я хочу предложить вам открыть место в книге притчи. Искам да ви помоля да отворим на притчи, книгата притчи. 29 глава. 29 глава. С первого стиха. От първи стих. Да, здесь на проекторе будет перевод. Както винаги имаме превод на български язик, който е удобно да се гледа. Я не все стихи буду подряд читать, только выборочно. Само избраното ще се чете. Первый стих говорит: человек, который, будучи обличаем, ожесточает вую свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. И вы знаете, это место говорит о том, что почему мы иногда не получаем исцеления, потому что ожесточаем свою выю и не хотим принимать обличения от Слова Божьего, конечно. Да, понякога Словото Божие не изобличава. Защо не получаваме исцеление? Това е точно поради тази причина в това Слово. Потому что не принимаем обличения. Да, и още по-точно не приемаме това изобличение. Второй стих. Вторият стих. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает. И вы знаете, вот сейчас происходит очень неспокойные события в Болгарии. Сега знаете, что в Болгарии события-то са много неспокойнее. Вчера была очень большая манифестация во всех крупных городах. А вчера имаше бунтови, имаше стачка, която имаше своите претенции. Да, и люди кричали, мы смотрели новости с Натальей, люди скандировали «Отставка! Отставка!». Да, и како се чуваше ние, когато гледахме с Наталия? Оставка, оставка, искаха оставка на правителството. На правителство, да. И мы не можем остаться в стороне. Ние не можем да останем равнодушни, т.е. на страна. И сегодня я немножко прочитаю из Слова Божьего, что мы можем сделать, как верующие. И днес искам да прочита в Словото, какво ние като вярващи можем да направим. И Слово Божие говорит, когда умножаются праведники, веселится народ. И какво казва Словото? Когато праведниците се умножават, тогава народа се весели. Что нам праведным надо делать? Какво трябва да правим праведно? Нам надо умножаться. Умножаться. Какво трябва? Ми да се умножаваме, да се разширяваме. Что-то мы в последнее время слабо размножаемся. Защото в последно време сме свидетели колко слабо се размножаваме. Надо очень более активно проповедовать, благовествовать. Трябва да сме по-активни както в проповедта, така и в благовестието. И рождать духовных праведных детей Божьих. И да раждаме повече и повече праведни деца. Четвертый стих говорит: царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. И здесь говорится о том, что царь праведными судами утверждает землю. Это буквально говорит о том, что когда царь праведно судит, да, и все знают о том, что его суд справедлив, как, например, суды Соломона, знаменитые. Да, всички знаем, че когато царят или този, който е водещи в страната, когато съди справедливо, това е добре, например, като цар Соломон. То что он делает? Какво той прави? Библия говорит, он утверждает землю. Той казва, че земята се утвърждава. Какую землю? Каква земя? Молитва «Отче наш» говорит о том, что да будет воля твоя и на земле, как и на небе. Ами ето да вземем молитвата «Отче наш». Ти, който както на небето, така и на земята. Ето това е утвърждение. Праведният цар утвърждава Божие царство. Праведният цар утвърждава своето царство. Земля освещается. И земята се освещава. А любящи подарки разоряют ее. А какво става с тези, които обичат подаръците? Что такое подарки? Взятки, корупция. Това е. Современниците наричаме това корупция. Через взятки земля разоряется, болгарская земля разоряется. А
Чрез тази корупция какво става с българската земя? Ами разорява се, обеднява. То есть на сегодняшний день българская земля буквально распродается. И свидетели сме, че днес българската земя буквално се разпродава, буквално се разграбва. Да. Восьмой стих. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. И смотрите, как написано, развратные люди, они подбивают людей к бунту, к революции. Така е, знаеме, разволнуваните, тези гневните, които подбуждат, те възбуждат бунт. Но приводят ли к чему-то хорошему революция, мятеж? Мятежа, революцията, ние сме свидетели. Водят ли към нещо, което да е добро? Наша история, да, история Советского Союза говорит об обратных вещах. Ето нашата страна, бившия Советски Съюз, говори тъкмо обратното. Революция ни к чему хорошему не привела. До нищо добро революцията не доведе народа ни. Огромная страна была просто во время революции она была разграблена. И какво бяхме свидетели, как по време на революцията страната беше ограбена. Очень много золота было вывезено с территории России, например. Много злато от земята на Русия беше изкарано, разпродадено навън. Под прикритием революции совершались великие преступления. И под покритието на тази революция се извършваха невероятни престъпления. И они происходили абсолютно безнаказанно. И всичко това ставаше без наказания. Без наказания. Итак, мы по Библии открываем о том, что мятеж ни к чему хорошему не приводит. Революция. И така от Библията виждаме, че от мятежа, от вълнения няма нищо добро. И что, чем заканчивается этот восьмой стих? Мудрые утешают мятеж. И какво се казва там в осми стих? Че мъдрите какво правят? Те прикриват, т.е. те гасят този гняв, този мятеж, тази революция. Точно погашаят мятеж. Да, погасява се, потушава се. Точната дума на български е потушава. Лучше стараться все решать мирным путем. Всичко трябва да се решава по друг път, т.е. чрез мъдрост. 12 стих. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Давайте мы скажем на это аминь. Хайде да кажем на това аминь. Знаете, я просто, как и царь Давид когда-то, призывал праведные суды. Как беше с царь Давид? Той точно това правеше, праведният съд. Да, в Псалтире написано: «Суды твои, Боже, благи для меня». Да, и както пише в псалмите: «Съди ми, Боже, с правилните, с благите неща». И вы знаете, апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 5 главе, уже в последнем стихе. И така апостол Павел пише в 1 Коринтини, 5 глава, 5, последний 5 глава, стих, последния стих, о том, что мы, верующие, судим внутренних, че ние вярващите съдим вътрешно, а внешних же судит Бог. А външните ще бъдат съдени от Бога, а другите, да. И поэтому, когда приходит суд Божий? И когато дойде Божият съд? Когда мы призываем суды Божии? Когато ние искаме този Божий съд, призоваваме го? Когда мы молимся единому судии праведному? И сами не судим, а предаем суд суду, да. Богу. И ние самите не се опитваме да съдим хората, а предаваме всичкото това на Бога. Когда мы судим сами, когато съдим сами, тогда через какое-то время Бог начинает судить нас. И след известно време Бог започва да съди нас. Точно таким же судом, каким судим мы. Точно по същия начин, така както и ние сме съдили. Но если мы не судим, а предаем суд Богу живому, но ако ние не съдим, а дадем това на живия Бог, Бог обязательно приходит. Той идва. Я бы хотел вот в своей жизни видеть всегда Божьи суды. Искам в моя живот да виждам винаги Божия съд. Не то, как я сужу, не по начин, по който аз съдя, а то, как Бог судит меня в моей жизни. А
по това, уча се по това, как Бог съди мен. Или людей, за которых я молюсь. И това нещо е за хората, за които аз се моля. 16 стих. При умножении нечестивых умножается беззаконие. 16 стих сега да видим. Он говорит о том, что когда нечестивые размножаются, тогда беззаконие умножается в стране. Но праведники увидят падение их. То есть это не будет бесконечно, что нечестивые будут творить беззаконие, это умножается, и уже ну, полный идет беспредел, и думаешь, ну что Бог что ли не видит? Но Бог видит. Бог долготерпит, Бог покрывает, Бог милует, но приходит время, когда чаша преисполняется, и Бог являет свои суды. И сега, ако погледнем нашето съвремие, как беззаконието се умножава, умножава, и сякаш вярващия човек, въобще човек, се казва, до кога Боже ще търпиш и до кога не виждаш ли? Но всъщност идва време, когато Бог ще види това нещо, ще дойде, ще дойде съд върху беззаконието. Да, аминь. Я еще раз прочитаю. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Скажи аминь. Амин, да кажем това, че праведните ще видят падането на беззаконие. На болгарском языке. Когато нечестивые ты са на власт, беззаконие ты си умножава, но праведните ще видят падането им. Да. Аминь. Нечестивите ще бъдат долу. Поэтому мы молимся за Болгарию, что пусть Бог низвергнет всякую нечестивую власть. Это за что мы се молим за Болгария? Да не се издигат нечестивите на власт. И поставят праведную власть. А да се поставя праведниците да бъдат на власт. И пусть праведники в этой стране умножатся. И нека праведниците в тази страна да се умножават. И это не просто слова, это Слово Божие. Това не са просто и така обикновени думи. Това е Божието Слово. Это Божие обетование. Това е Божието, Божията същност. 18 стих. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Мерзость для праведника, 27 стих последний, мерзость для праведника человек неправедный. И мерзость для нечестивого, идущий прямым путем. Смотрите, как интересно, 27 стих говорит о том, что мерзость для праведников, то есть праведные ненавидят, ну, для праведников неправедный человек есть мерзость. Это, видим сега 27 стих, как неправедный человек мерзость за праведники, то есть не обича това. И наоборот, мерзость для нечестивого, идущий прямым путем. И обратно, който ходи в правия път, пък е мерзо за нечестивите, тези, които са вървят по Божия път, винаги са ненавиждани. И смотрите, що говорит по этому поводу Исус Христос, наш Господь. И какво казва по този повод нашият Господ Исус Христос? Исус Христос говорит, придет время, когда вы все, когда, ну, Он говорит это ученикам, вы всеми будете ненавидимы за имя Мое. И какво каза Исус Христос на своите ученици? Ще дойде време, когато ще ви навиждат и то е заради мене. То есть придет время, когда нас, християн, будут ненавидеть, гнать, убивать за имя Исус Христа. И ще дойде време, и то мисля, че настъпва, когато християните ще бъдат гонени, нападани, мразени и убивани. Да, и Слово Иисуса Христа, да и все желающие жить благочестиво будут гонимы за имя Мое, говорит да, Иисус. Да, и все те, кто желает да живеют благочестиво, ще будут гонены заради Моето имя. И смотрите, опять логика. И вижте, пак отново логика. Иисус Христос говорит, всеми будете ненавидимы за имя Мое. И какво казва Той? Всички ще бъдете презирани заради Моето имя. И это место говорит о том, что если ты церковь Божья, если ты христианин, ако ты си, ходишь в Божья церковь, то есть ты си христианин, придет время, и этот мир будет тебя ненавидеть. И ще дойде время, когато този свят ще ти ненавижда, ще ти мрази. Люди, когда будут узнавать, что ты христианин, что ты набожный человек, что ты искренне веришь в Иисус Христа, они начинают тебя ненавидеть. Ами да, те наказва за такива, като нас, набожни, и това за тях е, за тях това не е добро, т.е. те ненавиждат. Какой вывод я делаю? Логический вывод.
Какъв е логичният извод от всичко това? Если ты не церковь, если ты не воцерковленный человек, придет время, и ты начнешь ненавидеть церковь. И ако ти не си в църквата, ако ти не си, ако ти не си вярваш, ще дойде време, когато ти сам ще мразиш църквата и хората, които са в нея. Если ты не церковь, ако ти не си църква, придет време, ты будешь ненавидеть церковь и все то, что ей принадлежит. Ти ще започнеш да я ненавиждаш, да я презираш и всичко това, което е в църквата, в нея. Да, это слова, это вывод из слов Иисус Христа, буквальный вывод. И това е такъв буквален превод на, от словото на Иисус Христос. Това са Негови думи. Потому что Он так сказал, всеми будете ненавидимы за имя Мое. Да, всички ще бъдете презирани, преследвани заради Моето име. Итак, я хочу открыть Новый Завет. И така, искам да отворим сега на Новия Завет. И это первое послание к Тимофею, вторая глава. Първо Тимотей, втора глава. Перевод на проекторе. Отново имаме български превод на мултимедиа. И я прочитаю с первого стиха. Читаем от първи стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих. Мы знаем, что тогда, вы знаете, за кого молились первые апостолы в то время, первая церковь в те времена? Знаем и в началото, нали, в тези времена, в началните стъпки, за кого се молиха апостолите, ученици? Они молились за царя над Израилем, конечно. Да, те се молиха за израелските царе. За царя над Иудеей. За царете на Юдея. И за кого они еще молились? И за кого още се молиха? Еще они молились за римского императора. И се молиха и за римският император. Потому что в то время Израиль находился под гнетом Рима. Защото знаем, че Израил по това време беше под римско владичество. И апостол Павел стремился попасть на римский суд, чтобы проповедовать самому императору. И какво искаше апостол Павел? Искаше сам да попадне там в римския съд, за да използва момента и да проповядва Божието Слово. Чтобы, если это возможно, и император тоже покаялся. За да може да стигне и тази вест да стигне до императора. Поэтому здесь написано во множественном числе за царей. Затова там е написано в множествено число за царе или за управници. И за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Все, без исключения. Такой у нас Бог. Пятый стих. Ибо один Бог, единый посредник между Богом и человеком, и человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников вере и истине. Аминь. Аминь, это словото. И вы знаете, здесь апостол Павел призывает нас, христиан последнего времени. Это апостол, призыва на апостол Павел к христианите на последнее время, к нас. Молиться за всех человеков. Да се молим за всички човеци. За царей, за президентов. За президенти, за управници. За всех президентов. За всичките президенти. Аминь. Аминь. За президента Америки, за президента России. За президента на Америка, на Русия. Церковь, она не стоит на чьей-то стороне. Църквата не взема страна тук или там. Мы църквата не, се моли. Мы не проамериканская церковь, и мы не прорусская, и не, мы не проболгарская церковь. Да, ние не сме проамериканская или прорусская, ние сме за... Мы христианская церковь. Ние сме христианская церковь. Мы церковь Иисус Христа. Ние сме църквата на Иисус Христос. А Иисус Христос стоит над всеми нациями. А Иисус Христос е над всичките нас. Можешь сказать на это аминь? Да кажем ли амин на това? Знаете, почему моя тема сегодня называется таким наименованием? Защо моята тема днеска е озаглавена така? Какое слово сказал, последнее слово, которое сказал Иисус Христос на Голгофе? Последното слово на кръста, когато Иисус го изговори? Свершилось. По-български свърши се. Что свершилось? Какво се свърши? Я хочу вам сегодня сказать, что все то, что Бог планировал,
Все то, что Иисус Христос планировал, уже совершилось. Ами всичко, каквото Бог беше планирал, се свърши. И то в пълнота. Свърши се. То есть со своей стороны Иисус Христос все сделал уже. И така виждаме, че от страна на Иисус Христос всичко е направено. Все то, что Иисус Христос хотел сделать на этой земле, Он уже все сделал. Всичко, каквото Той искаше да направи на тази земя, го направи. Оставшаяся часть, то, что еще нужно доделать по заповеди Иисуса Христа. И всичко останало, което по заповед на Иисус Христос трябва да стане, Потому что Иисус Христос говорил, вы будете делать то, что я делал, и даже более того. Вы ще правите това, което аз правих, и даже повече от това. И пойдете даже до края земли. И даже ще отидете до края на земята. Крестя всех во имя Отца и Сына и Святого Духа. И всичките ще бъдете именно в името на Отца и Сына. И уча их учению Христову. Да разносите Христовото учение. Донести до каждого человека весть о том, что Иисус Христос все сделал. И да кажете на всеки един човек, че Иисус Христос е направил всичко възможно за тебе, за отделния човек. К чему это благая весть? Защо това да е благата вест? Вы знаете, Иисус Христос для меня, Он царь царей. Защо? Защото Иисус Христос, знаем, Той е цар на царете. И Он держит, ну, вот у нас здесь президент Радев, да, генерал Радев. Иисус Христос держит его сердце в своей руке. И нашият президент, генерал Радев, неговото сърце се държи от Бога, така, в ръцете. Так Слово Божие говорит. Така говори Словото Божие. Бог держит сердце царя в своей руке, так написано. Да, така е написано, че тези хора са в сърцата на тези хора са в ръката на Бога. Есть премьер-министр Бойко Борисов. Има премьер-министр Бойко Борисов. Бог держит сердце Бойко Борисова в своей руке. Сърцето на Бойко Борисов е в ръката на Бога. И смотрите, что происходит. И виждате, какво се получава. Что происходит, когда мы начинаем судить или ругать, унижать царя, президента, премьер-министра? И какво се получава, когато започваме да обсъждаме, да критикуваме президенти и да ги съдим буквално? То Бог, Он просто наблюдает, Он не вступается. Бог гледа отстрани и нищо не прави. Когда Бог вступается? Кога Иисус Христос, да, кога Бог се застъпва? За праведного царя или за неправедного, нечестивого царя? За праведния цар или за нечестивия цар? Бог вступается, когда мы Ему вполне доверяем. Той се застъпва тогава, когато ние му се доверяваме. Когда Божий народ вместо того, чтобы жаловаться, плакать или ругать президента, царя. И вместо този народ да се оплаква, да се жалва и да критикува своя президент. Мы приносим сердце царя к престолу Господа Иисуса. Ние носим сърцето на царя или конкретно случая на управителя. Го носим пред Божия престол. И говорим, Иисус, суди этого царя сам. И ние казваме, Господи, съди сега това сърцето на царя. Если это праведный царь, вознеси его. И ако този цар е праведен, издигни го, повиши го. Но если это нечестивый царь, то пусть он уйдет. Но ако той е нечестив, нека да се отиде от престола. Или покаяться. Или да се покае. Так это или не так? Така ли или не е така? Так Иисус Христос учит нас. Така ли не учи Иисус Христос? Така не учи. Не судите, да не судимы будете. Не съдете, за да не бъдете съдени. Не осуждайте, не будете осуждены. Не осуждайте, будете осуждены. Да, не осуждайте, за да не бъдете осъдени. Все суды отдавайте в руку Судьи праведного. Хайде сега, всичките тези съдилища, с една дума съд, да го оставим в ръцете на Бога. Поэтому мой сегодняшний призыв – это молиться за президента Болгарии, за премьер-министра, за весь кабинет, за весь парламент. Ето днес моя призив към вас е – молете се за премьера българският, молете се и за българският президент.
и предать весь этот парламент, президента, премьер-министра, всю эту команду в суды всемогущего Бога. И предайте целият този парламент български и всичките там ръководството, предайте го в ръцете на Бога. Пусть придут Божьи суды. Нека да дойде Божия съд. Сегодня очень неспокойно в Болгарии. Днес е много неспокойно в България. Вчера мы смотрели с Натальей одно видео. Вчера, както ви казах, гледахме едно видео с Наталия. Про турецкую партию в Болгарии. За турската партия, която е в България. Тя се нарича... Как ДСП? Да. Тя се... ДСБ. ДПС. Тя се нарича... Да, не е турска партия, а е... за права. За права. Движение за, за права. Да, движение за права и свободу, да. и турецкой этнической группы. Да. Да, но турската этническа группа. Да, раньше оно выступало за то, чтобы слишком сильно не притесняли турков здесь, на болгарской земле. Но сегодня ситуация довольно круто поменялась. Някога те се бориха за това, за да не ги притискат. Да, по време комунистическото управление те бяха притиснати, но днес положението е съвсем различно. Такое... Те не са притискани. Да, такое чувство, что они уже диктуют условия свои. Но усещането е, че те не само, че не са притискани, ами искат и да, искат да диктуват условия. И вчера произошел такой серьезный инцидент, я считаю. И вчера имаше един такъв сериозен инцидент. Когда в резиденции Ахмеда Дагана, в его сарай-паша, или это дворец Дагана. И в сарайте, както го наричаме, двореца на Доган, журналисты зашли на его территорию. Да, на территорию, на неговата территория. Сказали, что побережье, оно не принадлежит журналисты и народ, и той просто каза, че това крайбрежие, тази ивица край морето. Это принадлежит. Болгарская земля. Това е българска земя. И мы имеем право здесь поставить болгарское знамя. И не имаме право да си поставим флага. Вчера была большая манифестация по этому поводу. Голяма манифестация. И просто охранники взяли, вытолкали этих людей и просто бросили знамя на землю, болгарское знамя. Да, преди това имаше едно столкновение, където охраната хвана знамето и го хвърли там. Вы знаете, я был в Турции несколько раз, много раз. Аз съм бил много-много пъти в Турция. Я не могу себе представить такую ситуацию в Турции. Аз не мога да си представя подобна ситуация в Турция. Если бы в Турции българин зашел... Ако българин влезе или влезе в Турция... Построил бы там дворец. Да си построи там дворец. И кто-нибудь зашел на его территорию и сказал, мы здесь поставим турецкое знамя на... Да, и да постави неговото знамя там, не мога да си представя... Потому что это земля турецкая. Защото тази земя е турска. Если бы... Болгарские охранники, например, выбросили бы турков, да, с территории. Да, и ако българската охрана дойде и изгони всичкото това... Я представляю себе, чем бы все это закончилось. Аз мога да си представя как това ще свърши. Но здесь сейчас это происходит. Но това всъщност България става. Я не пытаюсь сейчас кого-то там стравить, там нации. Аз не се старая така да сблъсквам, да има сблъсък, да има конфликт. И опять же призываю Божий суд. И аз отново призовавам Божия съд. Коротко скажу про исторически факты в России. Ще кажа по-накратко за исторически факты в Русия. О том, что я очень с большим уважением отношусь к православной церкви. Аз с голямо уважение се отнасям към православната църква. И это не я, это историки говорят, что рассвет православия в России был где-то на конец 18 века, приходился. Защо? Защото знаем, че православната църква в Русия, особено 18 век, тя дължи, е помагала за разцвета на страната. И где-то к концу 19 века был очень сильный спад, духовное охлаждение. И чак в 19 век виждаме лек спад при нея. Служения в церквях проходили формально. Службите в тази църква вече настъпва и формализма, формално служат. Вера стала номинальной, такой условной. Да, номинално се превръща вярата им, т.е. условна. Несмотря на то, что
религия вышла на уровень власти. Защото религията се смесва с властта, на нивото на властта. С другой стороны, она потеряла свою духовную власть для народа. Да. И така тя загубва своята духовна власт. И народ перестал уважать священников. И от това, естественно, народа престава да уважава така, както е било преди свещениците. Незадолго до революции. И не много време до революцията. Во время правления императора Николая II. По времето на управлението на Николай II. В приближении царя пришел один интересный человек, одна такая интересная личность. В приближении туда, близко до царя, дошел один много интересен человек. Имя ему Григорий Распутин. Неговото имя е Григорий Распутин. С одной стороны, это был такой религиозный аскет. Он путешествовал, он был в греческом Афоне, он дошел до Иерусалима. Той е бил такъв човек, който вярващ, който живеел твърди аскетично и така се е движил, даже стигнал до Иерусалим. Его, ну, как его считали скитником, странником. И са го считали като странник, като скитник. Он был необразованным человеком. Той бил необразован човек. Но хорошо знал Евангелие, потому что в детстве он чуть не погиб. Но е познавал добре Евангелието. И был между жизнью и смертью. Защото веднъж е бил между живота и между смъртта. И знал на память очень много таких пассажей из Библии. И знаел в памятта си пазил много пассажи библейски. И через такие религиозные связи он познакомился с императором Николаем. И через определенные така приятелства той стига до император Николай II. И стал одним из самых приближенных его советников. И става един от най-приближените му съветници. Практически по всем важным политическим, военным вопросам, можете себе представить влияние человека, Николай II советовался с Григорием Распутиным. И можете ли си представите, и всякакви там въпроси, економически, политически, и всякакви, той започнал да се съветва с него. И вы знаете, концовка была такая довольно печальная, да, во всей этой истории. О том, что Распутин, ну, он, к сожалению, соответствовал своей фамилии, хотя фамилия, говорит, в большей степени произошла от слова «распутье», но факты говорят, расследования говорят о том, что этот человек любил женщин. Да, и какво, через тези совети, така, има един печален факт, и като се съобразим с неговото име от Распутие, всъщност той сякаш се заслужава името, защото е бил такъв, обичал е жените, т.е. блудството. Да, и факты говорят о том, что его не раз заставали в бане, с бани он выходил с несколькими женщинами, такие потные, ну даже вы можете посмотреть и фильм «Распутин», тоже об этом говорит. Има такъв фильм «Распутин», където подробно рассказывают за живота му. Я читал чисто такие биографические данные про Распутина. И аз лично биографичните му данни така съм чел. Можно так сказать, учение Распутина, оно оправдывало грех. И можем да кажем, да заключим, че учението на Распутин всъщност водеше към грях. И порок и нечестие, оно проникло во дворец. И пороците, нечестията му проникват по този начин в двореца. И в принципе православна църква на това време, она просто допустила это, позволила, и пропустила. И като отчитем и това, че православната църква вижда и тя го, допуска го това нещо, допуска го. И произошло такое очень сильное падение. И от това, от този факт идва и падението. И Распутина убили очень жестоко. И от това нали следва жестокото убийство на Распутин. И через какое-то время началась революция, расстреляли всю семью императора Николая. И след време идва и революцията, и знаем и печалния край на това семейство. Как всички семейно са разстреляни. Слово Божие говорит о том, что народ имеет такого царя, которого заслуживает. И затова народа често казва, че народа има такъв цар, какъвто си го заслужава.
И поэтому, вы знаете, просто мы заслуживаем того царя, которого мы имеем на сегодняшний так, день. Так, что и на, за днешний день това важи. Имаме това, което заслужаваме. Если мы прилежно молимся, прилежно, так, старательно молимся за царей, как написано. Ако старателно и системно се молим за царете. Библия нам что-то обещает. Какво ни обещава Библията? Приходит мир, благословение, благоденствие на страну. Идва мир, благословение, благоденствие. Жизнь тихая, безмятежная, во всяком благочестии и чистоте. Живот е тихий, кроток. То, что угодно и хорошо Спасителю нашему Богу. Това, което се харесва и угодно на нашия Спасител. Когда Божий народ прилежно молится, когато Божият народ прилежно се моли, в этот момент Бог утверждает свою власть. Тогава Господ така всява своята власт. Доброто се е над земята. И это не сказки. И това не е приказка. Якова написано: много может усиленная молитва праведного. И какво знаем, че силна е молитвата на праведника. Насколько важно хранить себя в праведности. Колко е важно да бъдем и да се водим по праведните неща. Насколько важно хранить себя в чистоте. Колко е важно да бъдем в чистотата си. Потому что Бог слышит молитвы праведников. Защо? Защото Бог чува молитвата на праведника. Написано: Илия помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя 3 года и 6 месяцев. И както знаем, Илия се помоли и нямаше дъжд 3 години и 6 месеца. И потом опять помолился, и Бог дал дождь. А после се помоли и дъжда дойде. И еще Иисус Христос говорит о том, что самый малый в небесном царстве больше, чем пророк Илия. Затова Иисус Христос казва, че най-малкият в Божието царство е най-голям на земята. Поэтому наша молитва что-то стоит. Така че нашата молитва има своята цена. Струва нещо. Уже международная статистика отметила даже такой факт. Даже международната статистика отбелязва един такъв факт. О том, что если в стране есть хотя бы 10% искренних верующих христиан, че ако в една страна 10% от хората са вярващи, вярващи в истината, эта страна обречена на успех. Тази страна е осъдена на успех. Благословение по-любому приходит. Обязательно идва благословение. А если 80%, как в Южной Корее? Ако пък е 80%, както е в Южна Корея. И каждый раз президент избирается из какой-то христианской партии. И винаги президент е избран от някаква християнска партия. То благословение приходит в геометрической прогрессии. И съответно благословението идва като геометрична прогресия. Я уже заканчиваю. Сегодня... Вече свършвам. Да, я хотел спеть одну такую песню, предупреждающую. Искам да ви изпея една песен с предупреждение. И эта песня, она называется «Белогвардейская песня». И тази песен е така от белогвардейските песни. Здесь болгар...